Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Вальхейм. Мы с вами благополучно одолели Моудера, и теперь наш путь неизбежно лежит в те самые равнины, где гоблины и прочие ребята обитают, весьма сильные. Но мы, как говорится, тоже не лыком шиты. Я все-таки за кадром маленько дофармил еще серебра, сделал себе четвертый круг брони. Серебряный сделал себе четвертый меч. Щит, кстати говоря, третий максимально получился. И четвертый лук у нас с вами также есть. Я там наделал еще кучу стрел ледяных, возьму их с собой, естественно. И отправимся, наверное, в принципе, в таком составе на равнины. Мы пойдем с вами, я думаю, сначала разведаем вот здесь. Территория у нас с вами здесь, равнина есть. Это где у нас остров нашего торгаша. В принципе, можно и сюда протонуться, можно к торгашу протонуться и вот так вот пробежаться. И как раз, если, собственно, здесь у нас равнины, да, везде они, то, наверное, здесь стоит и телепорт поставить какой-нибудь. Так что с собой надо взять. Еще и дом поставить, желательно один, чтобы сразу можно было там назвать его нормально и туда-сюда бегать, прыгать. Опять же, конечно, если какие-то там, собственно, у нас сам металл, скорее всего, будут. Это черный металл, да, или черный желез. Что-то такое мы с вами с гоблина убивали. Вот здесь еще, кажется, это было у нас. Поэтому мы, конечно, не перенесем его, само собой, через телепорт. Но здесь, если что, и на кораблике можно будет сюда, в принципе, подплыть. Так что я думаю, где-то, наверное, ну, здесь уже равнины начинаются, наверное, не здесь. Где-то будем подплывать, может, где-то вот здесь. Нормальное местечко найдем с вами. Ну, посмотрим, короче, пробежимся. Вот, разведаем территорию, так сказать, проведем разведку местности сегодня. Посмотрим, познакомимся поближе с равнинами с этим. Может, чем-то интересненькое еще новое тоже найдем. Ну, в общем, как говорится, поживем и увидим. Ну и да, пока я тут, собственно, фармил серебро, на меня немножко строительство напало, совсем чуть-чуть. Я вот таки достроил это самое здание, которое мы с вами начинали давно уже строить. Типа кухни-склад огородника, да. Ну, в общем, вот такой вот он у меня получился. Довольно-таки забавное здание. То есть, в принципе, крыша... Ой-ой-ой, об колышки убился немножко. Сплошная крыша, но вот с такими вот окнами, с такой, собственно, с дымоотводом получился. Там, как видели, немножко внутри есть тоже каменного пола, где у нас очаг стоит. Давайте сейчас зайду, покажу. Есть такие вот, собственно, перила даже сделаны, лесенка, чтобы тоже крыша сделала, чтобы она постоянно не гнила у нас. Ну и здесь довольно такое просторное помещение у нас получается. То есть, в принципе, при желании потом можно будет туда принести даже эти бочки для брожения. Ну, чем-то такое, короче говоря. И вот здесь ковриков раскидал немножко, здесь у нас такой камень тоже идет. И то самое место, где все и готовится. В общем, как-то так. Вроде не затейливо, а вроде и довольно прикольно смотрится. Но это ладно, это хорошо, тоже у меня грядки тут засеяны. У меня растет все, пускай растет. А, еды немножко накрафтил, ну, с собой возьмем какую-то часть, так сказать. И отправимся. Давайте мы для начала, конечно, здесь, как я уже говорил, сделаем с вами телепорт, да. Нам нужно будет поставить сейчас телепорт новый здесь. И возьмем ресурсы с собой, само собой, чтобы там тоже можно было сразу телепорт бахнуть. Так, телепорт нам с вами нужно, конечно, древесины довольно много, но у нас она есть еще пока что. Там по 20-очки, но нужно сразу возьмем 40. Надо будет еще потом побегать, подобывать. Ну вот, кстати, мы с вами видели, что на равнинах довольно много, да, берез. Там, по-моему, сплошные березы растут, и, соответственно, я думаю, что можно будет там нарубить, наверное. Тогда уже через телепорт как раз переправим это, конечно, древесины на кораблик. Можно будет пустить. Так, ладно. Это мы с вами потом все разберемся. Давайте дальше, значит, 20-очку глазьев берем, да? Глазниц, так сказать, взяли. Вроде все. Все же, больше ничего не нужно. Больше ничего не нужно. Да, замечательно. Я вот еще думаю, раз мы с вами кузницу-то... Ну, точнее, накрафтили серебро, все, что хотели. Может, нам оттуда кузницу забрать, потом опять сюда перенести это дело, чтобы у нас здесь под рукой все было. Чтобы... Потому что мы здесь даже толком сейчас отремонтироваться не можем. То есть нам нужно прыгать будет туда именно, потому что у нас там все раскачано. Ну, давайте вот здесь равнинки будем делать, потихонечку ставить телепорт тоже. Значит, мы с вами сразу здесь один сделаем, да? Ставим рядышком телепортик. Бам. И называем его... Ой, не равнины. А, ну да, равнины. Все верно. Равнины. Так и назовем. Равнины. Вот. И там уже потом придем, где-нибудь поставим, соединим, воткнем. Возьму с собой, наверное, сразу пачечку дерева еще на всякий случай. Хотя там нарубить, если что можно будет, я уж думаю. Не пропадем. Ладно, давайте так, десятку возьмем, чтобы в случае чего сразу просто ткнуть телепорт, да, можно было вот так. И сейчас мне нужно будет снега в наши слетать, там глянуть, мне кажется, еще серебро переплавлялось, надо хотя бы в ящик сложить. Прибежал сюда, точнее, телепортировался, и слышу сразу звуки, как будто что-то плавится, да, у нас все раскачано, как видите, кузница-то. Давайте сразу починимся, раз такое дело, раз мы с вами здесь. А, я, надо, да, не забыть стрелы взять, не огненные, а ледяные, которые я также накрафтил. Так, вот немножко здесь есть, все. Все, сейчас просто сложу здесь ящик, пускай лежит на всякий случай, вдруг что-нибудь еще решим с вами крафтить. Ну, не так тут много, 20 штук всего лишь, железо немножко есть, да? И руды чуть-чуть еще осталось, и даже уголь есть. Ну, хорошо, на будущее, мало ли чего. Так, у нас здесь куча всего еще интересного, вот еще и цепи здесь лежат. Так, ну ладно, с этим тоже разберемся, если что. Давайте сразу стрел возьмем, естественно, который накрафтил. Два стака возьму ледяных с собой, наверное, даже их и будем использовать, огненные положу. Попробуем, у них урончик побольше будет явно.
повеселее. Ну все, давайте отправляться. Пойдем через торгаша, опять же. Давайте сразу кровать себе, наверное, здесь отметим. Если вдруг чего, точку возрождения, чтобы отсюда бежать, да? Ну что ж, и путь наш с вами сейчас лежит вот сюда, на эту часть острова. Ну, я думаю, что тут еще древний есть, кстати говоря, можно мимо него пробежаться. Так, это нам в ту сторону нужно бежать. Ну, так напрямик побежим, на самом деле, через лес. Что нам вообще этот темный лес сейчас может сделать? Я думаю, ничего абсолютно. Оружие возьмем сразу. И к тюрчика, как всегда, бафнем. И побежали. Побежали. Будем, собственно, смотреть, раскрывать, узнавать. Что же там новенькое? Ну и по пути, конечно же, там есть какие-нибудь ягоды. Чертополох мне вот нужен, на самом деле, очень сильно, потому что чертополох, капец, как быстро заканчивается. Сосиски делаешь, все колбаски, и все, как бы, его больше, считайте, у нас и нету. Вот он, кстати, растет, сейчас буду его реально собирать, где увижу. Так, пробежали мы с вами черный лес, и здесь начинается луга. Это, да, это именно луга. Мы с вами сейчас находимся вот здесь. А, ну да, мы потому что в эту сторону немножко свернули с вами, здесь как раз луга у нас и были. Так, а нам надо с вами вот туда двигаться. Ну давайте вдоль как раз пойдем вот так. И глядишь, дойдем до той точки, а там уже недалеко и до равнин будет, так сказать, рукой подать. Но мы, опять же, будем потихонечку сейчас их обходить, где-нибудь там местечко себе застолбим, чтобы можно было хотя бы телепорт реально поставить и, если что, до дома бегать. Так, вот там, судя по всему, уже начинается, да? Или нет? Или что там? Ну, там равнины, как будто бы другой биомчик. Дом какой-то, ну, давайте посмотрим, что там в домике, кто в избушке живет, хотя, надеюсь, что никого нету. Или там все-таки пока еще нет, еще вроде не равнин. Не-не, мы в луга бежим, явно с вами сейчас в луга пробираемся. Так, а здесь может быть есть... Нам сейчас не то чтобы и улей нужен был. Но я не слышу, чтобы пчелки жужжали. Нет, здесь походу вообще ничего нету. Просто домик. Ладно, давайте дальше бежать пока что. Так, нам явно в ту сторону немножко налевее взять. Да, это тоже просто луга еще. Окей, хорошо. Продвигаемся пока. Выходим с вами сейчас на берег, как раз к воде. Вот у нас уже получается, можно, если что, на кораблике будет... подойти здесь. Так, давайте-ка грибы тоже пособираю, естественно. Вот грибы, собственно, как всегда, ягоды прочее мы с вами будем пока собирать, да? Потому что это нам с вами может пригодиться еще для всякой разной еды. Ну что ж, о, скелетики. Ну, тут у нас, ясное дело, данжик стоит. Понятное дело. Мы уже в них особо-то не ходим. Там кубы разве что можно быстренько насобирать, если надо. Но у нас с собой сейчас есть, поэтому не будем на это отвлекаться. Я так понимаю, уже скоро вечер. Надо бы, наверное, себе место быстрее застолбить. Так, добежали мы с вами до алтаря, где мы призываем деревяху, но нам надо... Ну что ты за мной бежишь? Все, убегаешь, молодец. Нам с вами нужно продвигаться дальше. Так, у нас равнина здесь, я думаю, начинается уже. Ну, куда-то сюда, сейчас в эту сторону пойдем. Вот так вот потихонечку. Вдоль берега, может быть, даже пойдем с вами. А там уже будем смотреть, так сказать, по сторонам аккуратненько, да, чтобы не угодить в неприятности. Ну и, опять же, найти местечко, где мы с вами могли бы остановиться поблизости от равнин, но не совсем прям не, чтобы там эти мобьё хотя бы не спавнилось. Так, а что такое у нас здесь? Это у нас, да вроде по цвету луга, вроде как обычные. Ну-ка, лес. Вот там похоже на равнину уже там дальше. Да, здесь луга у нас, слушайте, какое место прикольное. Давайте как в воде здесь выбежим, посмотрим, что происходит. А, ну вода вон, она прямо здесь. В принципе, вот сюда можно, наверное, приплывать. И вот здесь тоже вода так-то, кстати говоря. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот сюда при желании, конечно, можно заплыть. Потом запаримся, правда, выплывать отсюда. Но так-то да, так-то в принципе можно. Там еще подальше можно пробежаться, посмотреть. Все еще луга здесь, да? Окей, ну давайте посмотрим. Сюда, конечно, мы сами не заплывем, потому что здесь у нас дурацкие камни, во-первых, мешаются. А, да здесь как бы и мелко будем вечно дном шкрябать. Так, избушка. Уже тут вечереет, уже темно, надо бы нам с вами хоть в избушке остановиться. Там есть, кстати говоря, по-моему, улей, да, если не ошибаюсь. Да, он висит. Хотя бы на ночь. Ну давайте немножко здесь пробежимся, сейчас еще посмотрим, что у нас происходит. Может быть, что-нибудь. Так, вот там еще какой-то домик есть, кстати говоря. Давайте, наверное, в тот домик посмотрим, он поближе. Поближе, вроде, получается, в ту сторону. Но здесь так-то луга обычные, на самом деле. То есть, может быть, не такие уж обширные здесь равнины. Здесь так-то все до сих пор луга пока что. Ну что ж, сладенькие, немножко отдохнули, поспали, так сказать, в быстро сооруженном... Это даже домиками назвать, но в палатке, короче говоря, вот. И пойдемте дальше исследовать. Все-таки в сторону равнины сейчас пойдем. Где-то они там должны ведь начаться, правильно? Хоть немножко исследуем, посмотрим, что там. И вернемся, наверное, к этому берегу. Все-таки здесь, наверное, телепорт поставим. Хотя что-то, блин, какие-то прям равнины совсем, видимо, тоненькие там получаются. Потому что мы уже практически до другого берега с вами добежали. Но, как говорится, сейчас будем с вами смотреть. Ага, вот, все вроде они начинаются потихонечку. Так, ну давайте здесь выползем. Ядрись, меня напугал. Не ори. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ну, я думаю, что вряд ли нас прямо с одного того удара, даже если заметят, прихлопнут. Так, вот там какие-то костры горят. Там, видимо, какой-то лагерь. Ну, мы с вами... А, так мы уже в равнинах, все, мы уже в равнинах, уже вон, на карте написано равнины. Березки растут. Сейчас, наверное, гоблины начнут спавниться, как всегда.
Так, ну давайте немножко пробежимся. Но, в принципе, вот он, берег другой. Давайте, да, давайте выбежим, я думаю. Если что, мы с вами сможем убежать. Там только поесть, блин, у нас опять уже все забито почти, да, ёпарасоте. Выкидывайте все нафиг. Вот это нафиг выкинем. Ну, камни еще могут пригодиться для костра. Хотя камни соберем, они везде здесь есть. У нас каркас с собой, что имеется. Давайте немножко побегаем, посмотрим, что на равнинах тут имеется. Это кустики растут. А что если мы эти кустики попробуем срубить? С них просто дерево будет? Что это такое вообще за деревья такие? Ну да, просто дерево. Окей, хорошо. Ну что ж, новая локация, в которой мы с вами еще не бывали так глубоко, так сказать. Мы в нее не заходили, просто бегали где-то рядом, недалеко. Но теперь мы непосредственно в ней. И тут, да, тут сплошные, блин, березы. Ой-ой-ой-ой. Так, вот это что? Это срань какая-то летающая, да? Комары те самые, которых мы с вами уже видели, кстати говоря. И они как-то все разносили прям очень сурово. Так, а вот там что-то тоже есть, смотрите. В той стороне как будто какая-то постройка или что-то так. А, и вот там есть. Фига себе здесь построек. Что-то много прям. На квадратный миллиметр-то, а? Ну, давайте глянем. Там прям какие-то чистоколы, смотрите. Нифига себе коли стоят. Так, это сдается мне что-то не очень хорошее, что, возможно... Почему, возможно, не стоит подходить? Там какой-то тоже навес явный, тоже какой-то костер есть. Так, я уже слышу кого-то. Меня спалили, скорее всего, да? Я слышу, как кто-то что-то ломает. А, нет, там драка какая-то происходит. Кто-то с кем-то дерется. Возможно, мопцы разные пришли сюда просто и дерутся между собой. Но мы сейчас с вами это узнаем. Кто-то угорает. А, это гоблин. Вон он там. А, нифига их там. Ты ком... Какого... А почему вы меня спалили, я не понял. Как это так вышло вообще? Слышь, он еще и с этим бежит, смотрите, наперевес, так сказать. Ауч! Откуда ты взялся, чертов комар? Ну, слушайте, гоблин нормально. Воу, как вы больно кусаетесь. Так, стоп, ладно, надо с вами разобраться. Ой, какие-то ягодки, смотрите. Еще гоблины, да вы издеваетесь. Не-не-не-не, все, я убегаю, я убегаю. Что-то тут прям как-то жарко сразу стало. Очень больно они кусаются. Очень больно они кусаются. Нам бы от них спастись, там еще гоблин за нами бежит. Но с гоблином... Да какого ты... Слушайте, он прям очень больно откусывает от нас. Так, кабаны, вас мне не хватало только сейчас. Отстаньте. Да кабан, отвали. Ты видишь, что там происходит? Там за мной какие-то комары гоняются дурацкие, которые... Он до сих пор летит за мной. Что ты будешь делать? Так, но здоровье они, конечно, от нас откусывают не очень так. А, все, они сцепились с кабаном пока что, да? Это хорошо, но... Блин. Жесть. Надо с ними как-то, мне кажется, издалека разбираться. Он прям, опять же, заспавнился у меня за спиной. Что я мог сделать? До этого я их там нигде не видел. Так, ну какая-то интересная постройка здесь как минимум есть. Ягодки давайте пособираем. В общем, место довольно, мне кажется, интересное. Надо только здесь все-таки, я думаю, телепорт нужно с ними ставить. Может, прямо в этом домике поставим тогда телепорт. Давайте, ладно, еще вот здесь по лугам пройдемся. В эту сторону посмотрим, что здесь происходит. Там тоже какой-то вроде в той стороне лагерь, что ли, видели, что-то такое. Но... Может быть, там тоже какое-то место хорошее будет, где можно пристыковаться, так сказать. Поэтому, может, это там еще. Ну, да, короче, побольше разведать этого острова. Так, ну мы опять близко к равнинам подошли. Давайте, сейчас тут у нас луга-луга идут. Тоже довольно хорошо, что сразу с лугами вместе, так сказать, коннектятся разные биомчики. И не какой-нибудь там, знаете, не болото, типа того, а луга именно. Но там явно какой-то лагерь, да. И сразу гоблины. Что за ягоды? Подождите, чуваки. Стой, стой, стой. Нифига, ты там вооружен такой до зубов. Ну, давай, 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 давай. Он еще и со звездочкой, нифига. Нифига. На тебе, гад. Ну, они такие довольно серьезные, ребят, смотрите-ка, даже с одним уже так. Проблематичненько. Так, ну вот как раз черный металл, да, мы уже с них получали. На тебе. Не, ну ладно, с одним, допустим, даже с двумя мы как-нибудь размансим, можно справиться, хорошо. Но вот, блин, когда их толпа еще и комары. Что это такое, ягода какая-то? Морожка. Так, опа, средняя выносливость, плюс... И морожка. Морожка можно есть? Опять все забито. Надо, короче, где-то сейчас телепорт ставить и быстренько все это дело переносить домой. Морожка. Так, 15-25 на 800 секунд. Понял. Ну, тут и довольно много растет. Ну, как бы кустиков много. Там по одной ягодке, правда, сегодня сыпется. Ну, вот она, что-то новенькое появилось. Новая медовуха у нас там еще есть теперь. Отлично. Так, а вот в домике кто-нибудь живет, интересно, в этом или нет? Аккуратненько как-нибудь пройдем сейчас. Главное, что... Да, ты издеваешься. Ну, там как минимум есть этот. А, как минимум есть... Все, больше нету. Вот комары там, я видел, летают. Дурацкие. Где они? Где они? Сейчас они опять как начнут меня кусать. О! Эти здоровяки, смотрите, бизончики. Я слышу, как где-то смеется гоблин. Слышь, выходи. Ну, только не туман, пожалуйста, игра. Ну, слушай, ну, серьезно, игра. Ну, ты чего? Ну, что началось-то? Что началось-то, игра? Ну, какой туман? Серьезно, в лугах? Ой, в равнинах туман? Как же игра меня ненавидит, просто за что? Так, ладно, давайте попробуем с ними справиться, может быть. Пока.
Нет, где он орёт? Я слышу, где он где-то орёт. Давайте пока бахнем бизончика. Я думаю, нам нужно попробовать это сделать. Ты пойдешь? Нифига! А где урон? А что по урону? Ладно. То есть урона, в принципе, вообще нет, да, никакого? Ну нет, так-то по 70 бьем, но у него просто, видимо, супер много хпшечки. Друг, подожди, не уходи. Не уходи только. Да иди обратно, ко мне, я здесь, он меня не видит просто. Я здесь. Давай, я спалюсь. Чтобы он ко мне отошел один. Чтобы там все стадо не согрели на себя. Да-да-да, я здесь. Все правильно. Почти добили. Фух. Так, ладно. А что мы сейчас выкинем? Мы выкинем. Да, смолу выкинем, наверное. Так, мне с металлом, правда, тоже ничего не сделаешь. Ну, давайте посмотрим. Так, мясцо. Мясо локса. Шкура локса. Плащ шкуры локса. Опа, очки. Так, что-то там еще появилось у нас новенькое. Давайте, наверное, пока отсюда выйдем. Но мясо у нас с вами теперь еще вот такое есть. Нифига себе, наверное, супер крутое. Сырой кусок мраморного мяса. Наверное, его можно приготовить на костре, как минимум. Может, какие-то еще новые штуки появятся. Так, ладно, слышь, там кто ржет? Выходи давай. Надо с ним разобраться тоже. И хочу как раз к берегу подойти. А, вон он орет стоит. А кто у меня? Он не один там. Идрич. Ладно, разберемся сейчас. Нормально разобрался, проверяй. А ты меня сразу спалил, да? Да где-то там есть. А, этот копейщик дурацкий. Он копьями швыряется, я понял. Ладно, все. Не-не-не, друг, так не пойдет. Так какого? Сейчас бы мим промахиваться еще и тратить свою выносливость. Но они такие тоже, как бы. От них можно уклониться. Давай, друг, иди сюда. Че ржешь? Че ржешь-то? Сейчас получишь по щам. Будешь тут ржать надо мной. Давай, иди сюда. Ауч. Больно, конечно, не тыкают, зараза. Слушайте, тут так-то лучше, знаете, по сторонам смотреть на самом деле. И много их не собираюсь. Денежки с них падают еще. Кусочек. Тут... Они там, короче, где-то за кустами прячутся по-любому. Где-то здесь. Тусуются. А вон они. Я еще одного вижу, как минимум. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, как с тобой, блин, разобраться, комар дурацкий? Иди сюда, давай, сейчас будем с тобой учиться это, сражаться как-нибудь. Ты вот блокируешься щитом или нет? Они еще летают, слушайте. Они как эти, они как... Ага, блокируются, кстати. Но по нему хрен попадешь. Я так понимаю, ближним оружием, да? Так, ладно, иди сюда. Иди сюда, я здесь. А, ну все, разлетается нормально. И с них падает что-нибудь? Что это такое? Игла! Так, нам надо ее взять, подержать хотя бы. Так, что мы выкинем? Что мы выкинем с вами? Давайте ягодки выкинем. Игла, игольная стрела у нас с вами открылась. Ага, я понял. О, спасибо, игра, ты мне туман. Избаяние, конечно. Туман рассеял, спасибо тебе огромное. Слушай, ну так-то можно где-то и здесь вообще он причаливать, да? Чтобы совсем близко было. Тут у нас вон эти товарищи есть, зверюги. И там какой-то лагерь, не знаю, здесь эти гоблинцы спавнятся. А здесь что такое? А, это тут комар, что ли, наворотил делов? Походу, слушайте, да. Так, ну давайте посмотрим это место внимательно. Ну, в общем, нормально, на самом деле, кажется, место. Близко к, и луга, и все хорошо. И здесь, я думаю, не будут они спавниться, эти комары дурацкие. Давайте здесь домик построим, к воде спускаясь. Как раз здесь и корабль можно будет подогнать нормально, в принципе. Хорошее место, мне кажется. Так, а что-то гоблин, ты недалековато ли заходишь? Слушай, дружище, что-то прям таким уверенным шагом сюда идет. Пошел на разведку, что ли? Ну, похоже на то, кстати, убежал. А че убегаешь? Подожди, ты же не будешь спалить меня своим друзьям, гоблинцам? А? Что скажешь? Иди сюда, друг, подожди. Не уходи. Бам, разлетелся. Хорошо. Так, ну что ж, основание готово, телепорт поставлен, что самое главное. Кроватка тоже есть, чтобы, так сказать, отдохнуть здесь. Сейчас давайте, наверное, дострою сразу, чтобы можно было корабль сюда притаранить, да? Так, дерево у нас есть, дерево у нас заканчивается. Что у нас тут по ящикам? По ящикам у нас тут ничего хорошего. Еще немножко дерева, кстати говоря. Так, ничего полезного такого для нас пока сейчас сами здесь нету. Пока я забежал домой, давайте-ка мы попробуем с вами пожарить мяско вот это вот новенькое, которое раздобыли. Что там вообще из него получится? Нифига себе. Выглядит смачно даже по размеру. Так, хорошо, тогда мы с вами сейчас пока остальное все выложим сюда. Так, слышу звук приготовления мяска, давайте посмотрим, соберем его. Опа. Приготовленное мясо локса. Окей. Ничего нам с ним не открылось снова. Но что за... 2000 секунд, 70-40, нифига себе. Воу. Так, а если сравнить с этим, 40-30 и 1200. Ну, понятное дело, что здесь явно выигрывает это мяско. Отличный кусок нежного мяса, еда достойная Вальгалы. Блин, жесть, это реально крутое мясо.
Давайте посмотрим, у нас тут новые стрелы появились, игольная стрела, да, получается 4 иглы нужно, 2 перышка и 62 дамага. Ну, просто обычный, так сказать, физурон наносит, 62, недурно, недурно, в принципе. Здесь у нас с вами получается, ну, было как бы побольше, на самом деле, с ледяных. Ну, мы с ледяными пока будем ходить, у нас там, тем более, обсидиана много, и ледяных штук этих дофига, пока там фармило все это дело, так что ладно. А плащ у нас с вами еще точно, вот, плащ Локса, значит, стойки против льда, кстати говоря. Угу, и, у, так, броня 1. Какой смысл в нем тогда? 1200 у прочности. Да прочность-то хрен с ним, с этой прочностью. Она не так уж быстро падает. Броня... Ну, я сдается, что то же самое будет. Серебро? А, ну тоже из серебра делается, только шкура Локса, понятно. Ну, видимо, я так понимаю, аналог, что ли, волчьей шкуры этой. Ну, прочности поменьше у волчьей, да. Ну, это... Когда 1000-1200, не особо большая разница. Получается, я думаю, что смысла особо нет в этом, чтобы делать ее именно. Против льда, здесь что написано? Тут, ну, то же самое, да. Ну что, контрольная опорная точка, так сказать, у нас с вами здесь нормально настроен. Давайте только сейчас кровать застолбим здесь на всякий пожарный случай, да, чтобы поближе бегать можно. Хотя, блин, тут телепорты все равно есть, без разницы. И пойдем попробуем внедриться поглубже в эти вот самые равнины. Пробежимся здесь, здесь посмотрим, да, здесь, по-моему, еще были. Но по факту не такая уж большая локация здесь получается. Я думаю, что также придется плыть, скорее всего, на другие острова. Если у нас с вами Моудер-то был так далеко, то я даже боюсь представить, где будет следующий босс. Может, еще где-нибудь на третьей земле, не знаю, может, повезет. Но в любом случае нужно искать, нужно еще понять. Искать, как бороться с комарами, с дурацкими, да? Потому что они бывают за спиной тебя спавнятся, и ничего, ничего не поделаешь. Если только валяется. Кост Никс? Нет, мне не надо, спасибо. Так, вон там какие-то... А, еще какие-то лагеря вот здесь есть. Надо бы в них зайти. Блин, эти ребята, их так много здесь. Их всех перебить, можно будет много мяса себе крутого сделать. Вот интересно, они агрессивные? Они же такие, типа, травоядные здоровяки, может быть. Если к ним подойти. Так, что-то у меня еда кончается, надо сразу поесть. Не хотелось бы. Так, дружище, ты как ко мне относишься? Ой, что-то не нравится, да? Не-не-не, забей, 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 забей. А я здесь прячусь от вас? А, ну слушайте, в принципе, можно спрятаться. Наверное, надеюсь, они же не будут прыгать по камням. Не будут, не будет же прыгать, правильно? Так, какой-то лагерь, смотрите, там... Что это такое? Там какой-то... Что это? Кто-то стоит? Ну, я думаю, нам определенно стоит зайти туда и посмотреть, что там вообще происходит. Локс. Блин, какие же здоровенные они. Ладно, вы меня вроде не трогаете, надеюсь, не будете трогать, я пойду от вас. Сейчас мне актерчик откатится, 3 секунды. А, там какой-то... Нифига, это какой-то... Кто это? Гоблин? Что это? Здоровенный какой-то, нифига себе. Так, чё, кто? А-а-а! Я думаю, что за фигня. А он меня спалил. Но, кстати, укрытие неплохое в виде камня получилось. Давайте бафнемся. Так, сейчас мы... Где там? Где там бегаешь? Мне интересно, по морду попадет так или нет? Ау! Он-то мне попал, я вот по нему попасть не могу. Да, не очень хорошее. Знаете, я понял? Ауч. Так, иди сюда. Сейчас... Ну только не туман, пожалуйста, игра, ну забей. Ну что началось, что мы только пошли опять. А, ну дождь. Ну конечно, ну все. Само собой, ладно, давайте аккуратненько, аккуратненько сейчас. Тихонечко дворами, как говорится. И может быть попробуем расстрелять их как-то. Или они стен меня сагрятся сейчас сразу. Так, ну это минус один, кстати, да? Судьба... Да, 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 разлетелся, хорошо. Главное, чтобы за спиной меня, блин, не заспавнились ни комары, ни кто, вот эти ребята. И тогда все, я думаю, будет хорошо. Какие-то вышки, скорее всего, дозор. Там есть даже лестница, слушайте. Давайте мы будем, так сказать, аккуратненько делать. Блин, жалко, что не видать. Мы вот нужно ближе подходить, и да, они только, собственно, отрисуются у нас. А так мы сейчас с вами близко подойдем, мне кажется, это будет жесть. А там еще сундук, кажись. Гоблин где? Вот где он стоит? Ауч. Вот где он стоит? Куда мне стрелять? Я не попал. А меня спалили уже. Нет, не спалили. Не, пока не спалили, слушайте. Они, видимо, засуетились, но не поняли, где и что происходит. Гоблин-шаман? Это как этот... как будто бы попал в кого-то сейчас был, звук такой. Но ладно, так. Все, минус шаман, кстати говоря, так. 317 урона было, нифига себе, неплохо раздаем так-то со скрытности, а. Ну, давайте, наверное, так и продолжим потихонечку двигаться. Что с тебя упало, дружище? Ну, я вижу металл вроде бы тот самый. Вот там еще мелкий стоит. Надо с ним тоже разобраться. Бам, минус мелкий. Где ваш здоровяк? И что на башне у вас происходит? Вон он. Ты ко мне бежишь сюда такой резкий. Так, тихо-тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нужно быть аккуратным сейчас. А, я в него попал, но мне кажется, либо все равно. О, это берсерка, у него только пол хп. А еще на меня другие сагрились, да, ребята? Ну ладно. Так, мелочь бежит, надо с мелочью разбираться. Иначе он меня заколебет. Но мелочь на самом деле отлетает неплохо. Сострел с этих вообще хорошо. Че орешь? Не ори. Не ори на меня.
А, ну мы с ней почти тоже разобрались, кстати, так-то. Блин, у меня сейчас стамина кончится, это вообще будет беда. Ты, может, сдохнешь уже? Сдохнешь? Ладно, помогу тебе. Чтобы это самое. Так, давай. О, какой здоровяк, слушайте. Что с тебя падает? Металл и монеты. Ну, это типа как местные эти... Тролли, короче. Наверное, типа того. Вот там вижу, ребят, стоят на вышке, вон они. Минус один, кажись. Так. Блин, зараза, стой на месте, стой на месте. Да на месте стой. Ну, так я не паду, мне кажется, никогда в жизни. Хотя, может быть, повезет, паду тогда. Повыше возьмем сейчас. Блин, скотина, ладно. Здесь где-то шаман нас был нами убит. О, куча монет еще и металл. Все, с них что, больше не падает, что ли, такого интересного? Ну, что-нибудь новенькое сейчас найдем с вами. Но у них здесь прям, смотрите, тоже коли стоят, как у нас. О, привет. Привет, друг. Что делаешь? 106 урона даже без скрытности. Найс. Все, минус гоблин. Ну, вот так аккуратненько, тихонечко, в принципе, можно зачистить. Так, вот там кто-то еще сидит или стоит, не понимаю, что это. Шаман, походу, какой-то еще один, да? Минус шаман. Вот там еще гоблин тусуется. И... Минус гоблин, слушайте. Это что такое? Леон! Так, мы нашли сами новый предмет. Леон, а мы можем? Блин, прикольно, можно еще выращивать. Так, дружище, дружище, там кто-то точно явно есть. Попал, не попал, непонятно. Ладно, я буду аккуратненько сейчас идти. Их там много довольно-таки, слушайте, нифига себе эти. Ладно, я пока пособираю. Не хотелось бы, чтобы они просто саглились на меня. Так. Не ходи, не ходи сюда, здесь нет никого. Должно быть просто ветер. Должно быть просто ветер, забей. Я Леон пособираю. Не знаю, для чего он нужен. Так, кусок черного металла, кусок черного металла. Ящиков дофига и больше, слушайте, у них здесь. Они там все орут, 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 орут. Что-то все, он ходит, смотрите-ка. Блин, да как так-то? Минус один. Так, ты спалил меня, гад, да? Ой-ой-ой, так, надо отступать, мне кажется, немножко. Давайте отступим. Я здесь, 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 вот на я. Хорошо, его прошибает, слушайте, эти стрелы вообще. Замечательно. А что, стоишь, застрял, что ли? Сдохнешь, сдохнешь, молодец. Что у вас в сундуках? Вот это что такое? Это надо ломать. Трофей гоблином сами упал. Класс. А, точильный камень есть, деньги и металл. Понял, забираю, спасибо. Так, опять на вышке. Слушайте, я же там вроде всех перебивал на вышке, нет? Ой-ой-ой. Ваши коли еще. Ну и сейчас мы должны разобраться с этим лагерем. Да, в смысле? Не-не-не-не-не-не. Отступаем, мне кажется. Мне кажется, надо отступать с такими успехами, потому что... А можете просто прямо бежать ко мне? Чтобы попадал по вам. Было бы... Ауч. Спину вам больно. Да хватит. Дружище. Блин, у меня еда кончается. Еда кончается, еда кончается. Так, разлетелся один. Надо поесть. Так, там эти чуваки еще орут. Надо не забывать про них тоже, потому что... Довольно суровые. Иди сюда. Суровые ребята. Что будешь делать? Опа. Теперь я. Спасибо. Минус гоблин. Не, ну ладно. На самом деле, в принципе, если вот так вот потихонечку, полигонечку, то еще не так уж и страшно. То есть, как бы... Я не очень понимаю, здесь спавнится в лагере или нет. Надо с этим разобраться, как-то сейчас побег по лагерю, может, что-нибудь найдем еще. Тут вышки дурацкие, на которых стоят ребята, которые, блин, не протисовываются нифига. А. Это что значило? Это типа лагерь поломан? Или что? Почему весь лагерь поломался? Странно было как-то. Так, ладно, сейчас давайте посмотрим. Пока здесь никого нету, вроде. Ой, привет, я не заметил, извини, пожалуйста. Со звездой! Дружище, со звездой это не круто. Стрелы их замораживают, они идут еле-еле. Это так круто на самом деле. Очень хорошие стрелы ледяные. Буду с ними сюда ходить. Да-да, посмейся мне. Смеяться последним буду я. Так. Какие-то эти надуванчики на меня. Уи. А, так они разлетают с одной стрелы. Но это опять же, если их заметишь. А если не заметишь, то больно может быть, да? Так, здесь что у вас так? Что это такое? Ничего? Хе-хе-хе. Хватит смеяться. Так, слушайте, ну и стрелы у нас с вами получаются тоже так-то. Вот эти вот, они еще в сундуках здесь прячутся. Денежки я заберу, пожалуй, у вас, спасибо. Не знаю, куда столько денег здесь. Пока что их особо тратить некуда. Так, ячмень мы нашли с вами. Новый чертеж, снова ячмень. О, а, вот еще ячмень у них растет здесь, нифига себе, слушайте. Они прям культуры выращивают, молодцы какие. Так, вот там гоблин есть. Все, гоблина там больше нету, замечательно. Примерно так это происходит. Так, здесь у нас что-то еще металл лежит. Давайте здесь тоже сундучки прочекаем. Еще. Но металл мы сами насобираем. Его только отвезти потом надо, конечно, будет. Все. Пока он там что-то подозревал, его уже и не стало. Блин, мы перегружены. Надо уходить с лагеря. Давайте пока металл сложу, вот эту штуку сюда. Сейчас мы вернемся, до домика сбегаем буквально. Я так понимаю, они такие как бы не то чтобы мирные, но если от них уходишь, то они тебя за тобой
Особо не бегут, такие просто, типа, что-то на стороже и все немножко, да? Окей, меня, в принципе, это устраивает. Блин, сколько здесь морожки, капец. Давайте пособираем тоже. Раз такое дело, все равно надо будет собирать ее, я так чувствую. Для каких-то... Она что-то там из нее, что мы с вами видели, делается. Медовуха какая-то, да, вроде? Поэтому... Есть возможность, будем собирать. Так, ну что, заход номер два в лагерь, я не знаю. Сейчас посмотрю, что происходит. Так, стрелы у нас пока еще есть. Это прекрасно. И, ребят, мы здесь вроде как разобрали. Там только на вышке оставался, да, по-моему, еще может вдалеке там есть, хрен его знает. Но нашли мы здесь в лагере много интересного. Как минимум культуры. Как минимум культуры нашли. Которые можно будет выращивать. Так, здесь мы с вами забираем тоже еще, давайте. Все, там тоже никого больше нет на вышке, отлично. Прекрасно. Мы с вами там еще вдалеке... О, там еще эти бизончики. Вдалеке видели костры, да, какие-то? Надо будет тоже туда сбегать, скорее всего, там тоже лагерь какой-то или что-то типа того. Так, денежки я тоже с вас, пожалуй, пособираю. Вам они не нужны, а мне, возможно, пригодятся. Тут еще, нифига себе, денег насыпали, слушайте. Богатые ребята эти гоблины, знаете, о чем скажу. Весьма богатые. Так, а что у вас там наверху? Есть что-нибудь для меня? Может, сундучок какой-нибудь припрятали, нет? Давайте зайдем, посмотрим, так сказать. Нет, ничего не припрятали, к сожалению. Ну ладно, не очень-то не хотелось. Да нет, хотелось на самом деле. Ну ладно, нет, так нет. Что поделаешь? Тут еще сундуки есть вместо этого. Так, забираю все. Блин, ну конечно, с одного лагеря мы с вами уже унесли неплохо так всего. Вон еще железо есть. Спасибочки. Ну все, минус лагерь получается. Кстати, если разбирать здание, судя по всему, получается, шкуры с них вот эти вот падают, и это олени. Вроде как. Ну ладно, не то, что мне нужны, у меня этих оленьих шкур целый ящик дома стоит. Ну что, продвигаемся дальше потихонечку. Давайте дойдем до сюда, там еще немножко часть у нас скрыта. Правда, болот, скорее всего, будет, судя по мини-карте. Но мы с вами сейчас разведаем, узнаем. Ну да, там болото. Там болото и больше нифига нету. Интересного, к сожалению. Увы, а как говорится, тогда мы с вами туда не пойдем, пойдемте в ту сторону. Так, здесь у нас с вами также луга продолжается, равнины точнее продолжаются, там еще эти бизончики тусуются. Ну, можно было бы мясо пофармить, я думаю. Но мы с вами этим займемся в другой раз, сейчас мы... Угу. Сейчас мы с вами просто немножко здесь поисследуем. Как же они меня далеко чуют, слушайте, капец. Чертовы кровопийцы. Ну ладно, мы тоже как бы это самое, знаете, есть чем ужалить, так сказать. Давайте дальше пойдем в ту сторону. Главное, я думаю, что здесь на ночь не оставаться, да? Хотя вот вроде бы вечереет уже. Вроде бы вечереет, надо возвращаться домой. И потом уже дальше тогда поисследуем. Ну, сейчас пробежимся маленечко здесь. Давайте, совсем темно станет, пойдем обратно напрямик. Напрямую. Ну, здесь, как бы, я так понимаю, только и будут эти лагеря. Там постройка интересная какая-то еще была каменная. Может быть, в ней что-то драгоценное, там какие-то сундуки, что-нибудь типа того. Надо бы глянуть, конечно, обязательно. Ну, и это такие, типа, я думаю, знаете, еще первые только равнины, да? Что они у нас на острове с торгашом, а вот те, которые я видел здесь везде, там уже, наверное, поинтереснее, может, что-то будет даже. Никого знает. Но здесь мы с вами тоже должны до конца побегать. Надо будет отвезти все-таки домой. Или сюда печку перенести, на самом деле, проще, да, тоже будет. Поплавить ее кусочек, чтобы там рецепты нам с вами открылись, посмотреть хотя бы, что из них делают. Ну, вот там, да, какой-то еще один лагерь вдалеке вырисовывается... Я думаю, что мы его тоже посетим. Еще у нас куча морожки, кстати, надо пособирать ее. Ну что, давайте потихонечку-полегонечку дворами, как обычно. Сейчас, надеюсь, нас не спалят. Вот там вижу, уже ребятки стоят. Ожидают, так сказать. Минус один, второй засуетился, бегает. Че бегаешь? Вот убежал. Не вижу его. Слышь, как уже угорают надо мной они, вон, зараза такие. Или надо мной просто угорают. Так, еще минус один, хорошо. Вон здоровяк ходит в лагере, как обычно. То есть в каждом лагере, как минимум, я думаю, один здоровяк присутствует, да? Я вот, блин, вот куда он ушел? Он куда-то спустился, и все, я больше его не вижу. Ну, наверное, надо здоровяка сумонить тоже потихонечку, полигонечку. А, во-во-во-во-во. Попал? Не, не попал. Блин, сагрились, зараза. Спалился. Спалил контору. Ну ладно, ничего страшного, сейчас мы с ними разберемся здесь. Два, это не страшно, тем более супер лук. Супер стрелы, а может быть додохните сами, ну? Да, минус один, второй не хочет, да? Ну ладно, сейчас тебе это, помогу тебе, так сказать, в этом плане, раз сам определиться не можешь. А, стрелы еще у нас больше сотки, хорошо, это прям здорово. Так, вот из-за травы тоже ни хрена не видать, где они там угорают еще надо мной, кто угорает? Давай, здоровяк. Бам. Шаман сюда идет? Вот это плохо уже, мне кажется. Нифига, что он там творит? Что он творит? Воу, щит какой-то поставил. Не ори на меня, хватит орать.
Ну, он, конечно, развалится. Слушайте, у них какой-то щит вокруг, или что это такое, да? Я не могу пробить его. Воу, what the fuck? Жесть. Можно, не надо так делать. А как мне теперь его убить его? Он в какой-то хрень. Он щит поставил. Монощит. Я не пробиваю его. А он меня пробивает издалека. А, понял. Он развалится. Ну, короче, идеально монощит, походу. Мана кончается, и все, и жопа. И хана тебе. Так, окей. Нормально, слушайте, так-то прикольно. Зараза, птица дурацкая. Так, ну давайте. Блин, ночь начинается. Не хочу пока дальше идти. Давайте мы вернемся сюда потом тогда. Я уже, может быть, вернусь потом сам, подфармить что-нибудь там, да, железо, например. Вообще, зачистить лагерь, там, скорее всего, и этот ячмень будет еще, и будет, скорее всего, там, и что-то мы еще увидели. Лен, да? Вот. И надо будет понять, что с них делать. У нас там еще новые станки появились, надо будет дом их построить тоже. Наверняка там какие-то рецепты у нас сами сейчас откроются, если мы с вами применим там все это дело. Вот. И надо попробовать будет поворачивать его. Я так понимаю, скорее всего, наверное, можно ведь будет это делать. Ну, в общем, посмотрим, друзья. Ну и да, дальше будем искать. Нам с вами нужен последний босс. Опять это, наверное, поиски капец долгие будут. Ну, побегаем с вами еще по равнинам. Я думаю, так немало времени. И попробуем найти все, что нам с вами нужно, естественно. Ну, еще вот новые, так сказать, эти рецептики у нас появились. В еде, да, мясо новое, балдежное какое-то. Медовухи всякие разные, прикольные. Ну, тут, в принципе, довольно-таки прикольная локация. Комары, правда, бесячие. Ну... Я думаю, справимся. Ну что, друзья, на сегодня будем потихонечку заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. А мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.